plâng locatarii de aici că vreți să obțineți folosință locul ăsta și că deranjează instituția noastră. Că vin oameni bieți, că aveați toaleta înspre terenul de joacă a copiilor și tot așa. Și îi spun că mai tin că nici nu aveți autorizație de funcționare cu terasa sau ce e aici, magazin, ce e. De ce vreți? Crede? Păi dacă vrei să vorbiți. Păi eu vreau să vorbesc pentru cameră, că femeia cei care s-au plâns la camera am filmat-o. Мы получили землю, которая была заложена первоначальным планом застройки, получили в общую долевую собственность жильцов. Вот, видите, это здание построили, пока мы не, когда мы не оформили эту землю. Это тоже примария продала землю, построили это здание, это тоже была наша земля. Здесь полностью росли орехи, у нас роща была ореховая. Как и здесь, остались как, еще орехи, как остались, да? Еще. Вот посмотрите наш план земли. Вот он. Вот это вот, вот здесь как раз, вот эта вот Букурия, она имеет кадастровый номер, нам ее не передали, эту землю. А вот эту всю землю, где эта пивнушка находится, вот эта пивнушка, она вся в нашей собственности, вот она. И вот я вам покажу еще, вот это все документы по оформлению земли, вон их сколько много, видите? Эти большие дома квадратные вот такие? Вот, посмотрите, вот ага. Один, второй и третий. Понятно. Видите, они разделены между собой переходами. Да. И посмотрите, вот, пожалуйста, последний документ, дечизия, которая зарегистрирована, вот, вот дечизия. На передачу нам земли. Консилио Рашенецкое Дурлеж, да? Да, да, или... Дурлеж, да. Угу. И вот, пожалуйста, кадастровый номер нашей земли. Зарегистрирован в кадастрах. И что? И сейчас это... Идемте. Давайте. Эта пивнушка находится на нашей земле. Посмотрите, какое неприятное, некрасивое сооружение. Так как она вы дали весь... разрешение на это? Нет, она уже была. Но дело в том, что я потребовала от примарии, чтобы они всю оставшуюся землю от застройки данного комплекса передали нам, абсолютно всю. И они нам передали всю. Вот это швейная мастерская на нашей земле, овощи и на нашей земле вот эта пивнушка. А вы представляете всех жильцов? Я представляю всех жильцов, да. Я председатель ассоциации. Aveți vreun interes personal în afaceri, întreprinderi individuale, Matieț Olesea? Sau asta nu e a dumneavoastră, nu e întreprinderea dumneavoastră? Că ar trebui pe instituție comercială să scrie numele, forma de organizare, nu? La intrare. Nu vreți să vorbiți cu mine, Matinca. Icoană, bere, băuturi alcoolice, certificat de înregistrare, da, e Matieț Olesea. Bufet cu terasă de vară, 8 locuri cu mese. Autorizație. Mă uit ce documente afișați. Nu, dar nu trebuie să-l tras pe mine, nu? Dar de ce? Dacă nu e deschis, nu scrie ora nouă. Nu-i deschis, nu-i deschis. Dar de ce nu-i deschideți dacă e ora nouă? Încălcați programul de funcționare, nu? Pareți închisă. Nu sunteți consilier orășănesc, nu? Ascultă. Ascultă. Este contract de arendă din 2013. Cu oamenii ăștia, da? Cu proprietarii pământului sau cu cine? Nu. Cu asociația. Contract de arendă de la primărie. Dar pe ce? Pământ municipal ăsta e orășănesc, e al primăriei Durlești? A fost al primăriei orașului Durlești. Și după aceea le-a dat-o lor în folosință, nu? După contractul meu, a făcut o greșeală și nu a trebuit să fie la arende, fiindcă era contractul din mai, din luna mai. Mai cât? 2014? 2013, gata, mai mult. De sară, la ședință de Consiliu, vreți să puneți asta pe ordinea de zi? Vreți să discutați iar?
У здесь них... что, продают алкоголь, да? Здесь продают водку на разлив, здесь продают пиво, здесь закусывают рыбой. Здесь ходят сюда, посещают данную бадыгу только пьянчуги, только алкоголики. Других там клиентов не бывает, чтобы кто-то... Ну, может, изредка кто-то сядет и обсудить вопрос за столиком там впереди. Тоже нужно ее заснять. Здесь у них сюда выходил туалет, где скамейка стоит. Вот не скамейка стоит, а вон, видите? А сейчас есть у них туалет? Они туалет? У них должен быть. Они туалет перенесли на ту сторону. А, есть это. Ага. Но перенесли в последний момент, когда подали уже на консилиум, чтобы... Дело в том, что на консилиум подали, чтобы изменить нам границы земли. Представляете? Не просто уйти или не уйти с этой территории, а чтобы изменить нам границы земли. Чтобы отобрать этот участок, да? Кусок отобрать, да. Понятно. И их поддерживают полностью социалисты. У них свои амбиции. Они мне социалисты. Я была, беседовала с социалистом с одним. Не просто. Социалисты из Дурляшт. Социалисты, не имеет значения, их партия. Угу. Дело в том, что я беседовала, там где у них офис здесь Баюканский, угу. Я беседовала с одним из представителей их партии, который... Казалось бы, я так и думала, что он даже, наверное, не в курсе этой проблемы, понимаете? А он мне сразу заявил, да, мы добиваемся превосходства голосов над госпожой Шаран, то есть над нашим примарем. Нам так нужно... примар же не голосует в Совете? Нет, примар не голосует. Но этот товарищ, который владеет этой пивнушкой, он член консилиума социалистов. Ага, вот и какой у него интерес. Да, прямой, да, им прямой, собственный у них интерес. Прямой интерес у социалистов. И сколько вы... социалистов вы и в Совете? Я точно не знаю, сколько в Совете, но их, по-моему, большинство. Много там. Ого. Да, и еще поддерживает их партия либералов. Да, либералы с социалистами? Вот они поддерживают их. Я вам сейчас объясню. У них, вероятно, свой тоже интерес. Во-первых, никто из них, кто поддерживает данную пивнушку, никто ни одного убедительного довода не привел. Ни одного. Ну, какие могут быть здесь доводы убедительные, если вы видите такое заведение? Что здесь можно сказать в защиту данного заведения? Ничего нельзя сказать. Ну, частный вот, бизнес, а вот, собственность. А вот это не довод. И понятно. Вот, пожалуйста, площадка, здесь дети, здесь это заведение, и они еще хотят. И как эти либералы убеждали нас, присутствующих, потому что наши жильцы там были, они заявили, а почему вы в Линелле продают пиво, в Букурии продают пиво, в Ветеране продают пиво, почему их не выгоняете, почему к ним претензий не имеете? Ну. А что там купи? Ну это же глупо. Умному человеку с высшим образованием, грамотному, женщина выступала, она просвещении какую-то должность большую занимает. И она выступает и такие вещи говорит. Ну это же понятно всем, что там взяли пиво и ушли. А здесь взяли, напились и вылили его на площадку. Они же, что здесь творилось? На детскую площадку. На детскую площадку. Вот у нас в прошлом году к осени, к зиме уже была эта площадка. Вернее, летом, в теплые дни, была уже площадка. И они, и здесь был туалет. Здесь было что-то ужасное, они здесь все свои испражнения, все свои, утром идешь, или дети с детьми приходят, надо посмотреть вокруг скамейки, можно сесть на нее или нет, и там может быть кучка, там может быть лужа. Ну, фаши здери с партиду социалистилор, пикарилор репрезентат. Ну, фаши здери с партиду, так вы портаться ше. Сам кавец, чевай де скунс, дак ну вреце, ворбец к пресе. Чем де скунс? Пи, де че ну повестиц? Ворбец де сар ла шединца консилиилор, спропунец яр ла вот. Сентез консилиеру рашенеск? Да. Да. Am înțeles că ați spus odată la vot și nu a trecut chestia asta. Nu, a fost 9-9, egalitate. Așa. Și n-ați avut majoritate, n-ați putut să... N-am avut, da. Și o să mai vreți odată să votați? Nu. Deci vă evacuați, așa cum vă emis și primarul, prescripție și locatari. Da. Deci în luna mai nu o să mai fie aici. Chiar o să... Cum o să fie? Nu, până când este termen. Dar azi nu funcționați, înseamnă că... Înțeleg că azi nu funcționați. Treaba dumneavoastră, eu v-am dat ocazia să vă exprimați. M-am lămurit. А мы написали всюду письма.
И все жильцы нашего дома подписались, мы все подписи приложили. У нас, если 2-3 квартиры не подписали, только потому, что они, может, родственники, а может, и выпить любят. Но у нас алкоголиков в доме нет. И вот эти алкоголики, которые здесь напиваются, они все идут вот по этой дорожке, мимо нашей площадки, расходятся по домам. Многие, там из переулка многие пьют. И они идут настолько пьяные, что они не контролируют ни свои слова, не контролируют ни свои действия. А вот у нас турники, на турниках у нас есть подрастающее поколение. Ну, класс, наверное, 7-8. Это мальчики и девочки, они так крутятся на этих турниках. И когда проходят такие пьяницы, и если, не дай бог, заденут их, то можете себе представить, какой может быть скандал между теми и этими. Luna 5. Da. Așa. Dar în condominium i-o dat. În 3240 de lei pe an. Ascultă. I-o dat în 2013, în luna 7. A înțeles? Da, dar le-o dat și cei care v-au dat dumneavoastră. Contractul ăsta pe cât timp e valabil? 3 ani. Așa. Așa. Și? Apoi nu trebuie. Nu trebuie 14 mai expiră, nu? Apoi da. Ați folosit până acum, acum dați vedea nu? Nu trebuie să dai în condominium asta, linia asta. De ce? Dar trebuie să fie cineva un proprietar, nu? Eu am contract. Pe 3 ani și expiră acum, în mai, peste 2 săptămâni. Nu, dar poate a fost dat în 13. Era contract de arendă, de folosire. Da. E folosit 3 ani și vrei să folosești mai departe? Nu trebuie să dai mai departe. Vrei să folosești mai departe? E altceva. Ei poate nu vor, n-au nevoie de bar aici pe colț. Они полностью собирали на консилиум, они ставили этот вопрос, но им не хватило голосов. Так они не успокоились, они сейчас снова собрали голоса. И мне же все видно, я здесь живу, я прохожу то в Линеллу, то по работе, то не знаю как. Я вижу, как с этими бумажками сидит, с этими бумажками что-то куда-то быстренько схватывается, едет. И он добился заново, чтобы совет, был совет. Но я тоже не сидела сложа руки. Угу. Я написала в самый ливень, в самый дождь, поехала в санэпидемстанцию, звонила, они не приняли от меня заявку. Я поехала в санэпидемстанцию. Почему не приняли? Вы жаловались нет. на это заведение, нет, да? Нет, ну они устно не приняли. А, понятно, да. И я поехала в санэпидемстанцию, оставила там письмо. И представляете, я уже думала, боже, они назначили совет, никто ничего не успеет сделать. Это буквально на днях было. Ага. И тут они вчера сюда нагрянули. И она ко мне, хозяйка этого заведения, прибежала домой со слезами. Что вы сделали, мы все равно 12 мая уходим, а вы вызвали санэпидемстанцию, они нам все прочли в письме, что там написано. Я со всеми эмоциями написала, как сейчас говорю. И они нам дали штраф 10 тысяч лев. Я не знаю, дали, не дали, но дело в том, что было за что, значит, дать штраф 10 тысяч. А в каком смысле они 12-го уходят? Закрывают лавку? Нет, нет, как? Я вы сказали, 12 мая они уходят. А в 12 мая, вот, пожалуйста, я вам покажу предписание, которое дали мы и которое дала примария. Ага. И поэтому, а мы с них требуем. Он меня просил, уговаривал оставить его. Вот эта пристройка, кстати, сделана уже после того, как им разрешили, здесь примария разрешила. Угу. Во-первых, нет, во-первых. Не только будка, но и пристройка и к будке. Да. Пристройка, там передний навес. В стиле либералов. Да. И еще это было, что еще было сделано? В начале, когда... Туалет, кажется... Да, нет, когда открывали только это заведение, тогда обещали, что здесь будут торговать рыбой. Mm. Ну, устраивало нас, не устраивало, но торговля рыбой, есть торговля рыбой, это не... И потом быстро переориентировались... Так они же продают таранку, сухую рыбу. Так нет, это нас не устраивает, что таранка, а закуску продают. Я сейчас вам покажу документы, где мы дали все предписания им, чтобы они убрались. А вы можете такие предписания давать? Имеем право. Да? Конечно, земля наша, а почему а, нет? А, понятно, земля да. Земля наша. Земля в нашей собственности. И они обещали, что через месяц уйдут, но вот в совете... Мое. Они, но в Совете они хотят получить право вот на получил, видите, использование, там. Да? А в Совете они хотят добиться остаться. Вот в полицию мы обращались, заключение с полицией.
Понятно. И вы думаете, что сегодня в Совете они будут опять это обсуждать и ставить на голосование, ну, да? Ну, они, возможно, да, потому что я знаю, что сегодня будет консилиум. И посмотрите, вот это предупреждение от Элеоноры, домны Элеоноры. Это наш примар. Примар, вот да. Предупреждение. И вот, пожалуйста, предупреждение. Да, тоже до 12-го или как? Она дала до 20 мая. Мы не хотим ждать даже до 20 мая. Не хотим. Нам каждый день лето дорого. Во-первых, смотрите, вот на детской площадке играют дети. К ним утром не поступает восточное солнце. Ой, спасибо. Утром не поступает им восточное солнце, потому что здесь все закрыто. А вечером, когда ласковое западное солнце, оно тоже не поступает, оно тоже все закрыто. И вот эти вот все деревья, которые он заточил, пленку там, это все наши деревья. И мы хотим и деревья освободить свои, и площадь освободить, и сделать там зеленое насаждение, чтобы приятно было, чтобы детям было приятно.